Пятилетний спаниель Герда охраняет государственную границу, неся службу на пограничном пункте Жайсан. Сегодня она на глазах сотен людей в парке первого президента продемонстрировала, насколько хорошо ей это удается. За считанные минуты, обнаружив спрятанный в бампере автомобиля пакетик с белым порошком, имитатором наркотика. Инсценировка прошла в рамках торжественного мероприятия, посвященного эстафете к 25-летию образования погранслужбы КНБ Республики. Отметим, что эстафета стартовала в мае в Алматы и до сегодняшнего дня прошла вдоль государственной границы по городам Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кустанай. Далее символ эстафеты – миниатюра пограничного столба – отправится в Уральск, Атырау, Актау, Кызылорду, Сарыагаш, Шымкент, Ленгер, Тараз и финиширует в столице 18 августа, в день пограничника. Данная эстафета приняла свой старт в городе Алматы в парке 28 панфиловцев. Проходит вдоль государственной границы, проехала более уже 15 тысяч километров, приехала в город Актюбинск. Далее, после Актюбинска, убывает Западную Казахстанскую область. В конце концов, по прибытию эстафета закончится в городе Астана. Стоит отметить, что сегодня пограничная служба Комитета нацбезопасности Актюбинской области охраняет государственную границу протяженностью 988 километров. Асель Кинжалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт».